Всем добрый день, всем привет из Восточного Подмосковья. Сегодня показываю вам посылочку, которую получила буквально сегодня. Вот утром приехала на дачу и решила снять вам видео. Питомник Звягинцевых, Воронежская область. Первый раз я заказала там эти саженцы, но совершенно не думала об этом заказе. С заказами я уже закончила. Знаете, уже мы сейчас обрезаем свои розы, пригибаем, ну, в общем, делаем подготовку к зиме. Сегодня 14 октября, никогда я так поздно розы не сажала, хотя у меня очень много осенних посадок роз, очень много, весь старый розарий почти состоит из моих вот осенних посадок. Ну и что хотела вам сказать, что послужило этому заказу. На канале у Галины Баскаковой в сообществе появилось объявление. Питомник Звягинцевых открыл дополнительный каталог. Ну и, в общем-то, я решила посмотреть. Просто посмотреть, сами знаете, да? Вот, думаю, ну что-то там, может быть, остатки какие-то. Или, ну что-то, просто поинтересоваться. Было время, я зашла на сайт. И первое, что я, конечно, люблю, очень люблю розы Флорибунда, открыла каталог Флорибунда и увидела в первую очередь вот эту вот красавицу. Посмотрите, Энн Хендерсон. Это Флорибунда. Из Флорибунд, замечательная, просто на высшем уровне такая красивая роза, что, ну, в общем, не могла я, конечно, пропустить ее. И в первую очередь заказала вот эту Флорибунду Энн Хендерсон. Также посмотрела еще шрабы плетистые. И посмотрите, вот по плетистой розе вот такое название. Знаю, что растет, и читала, посмотрела про нее. Очень много давно смотрела, и пишут, что растет только в теплых краях, у нас плохо зимует. Ну, так же, как вот и Пьер, говорят, тоже не у всех зимует хорошо, да? Вот, и все-таки увидела на каналах у девочек в Подмосковье, на которые я подписана, у многих есть такая роза. То есть растет неплохо, развивается, но любит, конечно, теплое место, чтобы не замокало. Ну, как все вот такие наши красавицы, которые требуют немножко к себе больше внимания, чем остальные розы. Ну, вот у меня есть место около дома, то есть там будет загораживать и от ветра, и от всего. Нашла местечко я и все-таки вот решила заказать эту розочку Цезарь. Прекрасная, красивая роза. Замечательным цветком большим. Постараюсь, конечно, ее вырастить. Ну и розочка еще мне очень понравилась. Увидела там розочку Бельведер. Она, знаете, такого цвета, медно такого, тоже оранжевого. Сейчас я разверну или поставлю вам картиночку, вы посмотрите, да. Вот, ну, зациклилась на том, что у нее пятая зона. Пятая зона зимостойкости. Ну, в общем-то, тоже решила посмотреть, как она будет у нас здесь в наших условиях расти. Ну и заказала еще одну розочку Карамелла. Она есть у меня. Я в этом году ее посадила. Первогодка от Роза Смол. Но саженец пока не очень-очень так вот развивается хорошо по сравнению с другими розами. Ну, в общем, решила я подстраховаться и заказать еще. Ну, вот сейчас открою вам упаковку. Посмотрим, что там за корешки. Вершки замечательные, вижу, все чистые, хорошие, потому что осенние такие вот саженцы, они всегда замечательные, только что выкопанные. Ну, в общем, к вершкам у меня никаких вопросов нет. Сейчас посмотрим корешки. Ну, теперь давайте посмотрим каждый саженец отдельно. Это первая розочка Цезарь, еще называют ее Сезар. Вот такие два толстых побега, два потоньше. Один и второй. Почки все зеленые. Загнивших почек нет. Это очень-очень хорошо. Вот такая корневая система. Небольшая, не длинная. Но очень-очень такая много корешков. Посмотрите, сколько прям изобилие корешков. Очень много. Опилочка мелкая вместе с глиной. Вот такой вот грунт. Здесь розочка Бельведер, два побега тоже, один толстенький такой, один поменьше, потоньше. Вот такая корневая, покажу вам, тоже замечательный, вон какой длинный-длинный корешок.
Немножко будем подрезать, обновлять срезы. Ну и розочка Энн Хендерсон Флорибунда. Замечательная. С чего началось? С чего начался мой заказ? Ну, прелесть. Посмотрите, какая корневая, хорошая. Вон, куда даже идет корешок. Немножко буду, конечно, обрезать. Ямки готовы. Сейчас подержу немного в корневине обязательно. Посадка поздняя. Обязательно надо подержать. Посмотрите, сколько побегов. Не поленюсь посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть побегов. Огромная. Ну, флорибунда, конечно, понятно. Но красавица. Какая она красивая. У нее цветок, как у чайной гибридной. И форма цветка очень интересная. Такая она прям вот какая-то кудряшка. Такая красивая. Посмотрите, пожалуйста, кому будет интересен такой цвет. И кто любит флорибунда, розы. И розочка карамелла. Последнюю вам показываю. Вот такие три побега. Четыре, вру. Четыре побега. Один в сторону вот так ушел. И вот такая корневая система. Хорошие все саженцы. Замечательные. Первый раз я там заказала. Благодаря Галине Баскаковой. Спасибо вам большое за вашу информацию в сообществе. Очень рада, что сделала этот заказ. Несмотря на то, что немножко уже, конечно, поздновато. Но я думаю, что будет все хорошо. У нас сейчас в Подмосковье ночи примерно минус 2, плюс 4. Вот так как-то через ночь бывает. Но днем еще тепло. 10, 12, 8. Я думаю, что приживутся и все будет хорошо. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!